Строго 16+. В галерее современного искусства «Стерх» открылась персональная выставка Вячеслава Зайчикова, главного художника Нижневартовского драмтеатра. Правда, экспозиция под названием «Когда все отдыхают» совсем не о служителях Мельпомены, а скорее о лете и отпусках. Автор решил показать, чем он творчески занят в свободное от театра время. Большей частью это цветная графика, коллажи, арт-объекты. Экспонаты объединяют в себе несколько техник. Работы живописные и декоративные, полны юмора на бытовые темы. Зайчиков в Сургуте выставляется впервые. Оценить его нетривиальное творчество можно до 16 декабря. Когда все отдыхают после работы, художник после работы опять работает, занимается творчеством. Но все-таки потом стал размышлять художник и решил показать все-таки, как и другие люди отдыхают, и показал вот эту историю, что у нас висит на стенах. В Сургуте зима, а у нас в галерее лето. Лето деревенское, крымское, турецкое. Как-то всегда очень хорошо, когда много ярких красок у нас.